Всем здорово, в Киеве наконец-то солнечный день. Хотел показать вам сколько градусов, но понимаю, что не могу, телефона нет. Поэтому покажу я, Киев. 24 градуса. Дождя нет, удивительно просто, всю неделю был дождь, и тут его нет. Вот это просто что-то новенькое. Не Барселона, конечно, не 30 градусов, но тоже неплохо. Кстати, в чем прикол? Катаюсь уже на новой досочке, на Skate Warehouse 8.25, но на квадратной, так непривычно, уже покатался, как видите, бэктейл позадротил. Выучил, кстати, новый трюк, но это еще не все. У меня с собой моя старая дека Baker. Малышечка, на которой я офигенно откатался в барсе. И еще вот эта вот бланковая 8.5, синяя. Но эти две досочки не мне. Я сегодня щедрый, буду раздавать их своим друганам, потому что им кататься не на чем, а кататься они хотят. Правда, одному достанется не сильно хорошая досочка, потому что моя бейкер уже вот здесь вот треснула прям в траке, и тейл прогибается. Я, кстати, поэтому как раз ее и поменял на вот эту, потому что, если честно, я бы лучше катал на бейкере в таком состоянии, чем на этом Skate Warehouse, потому что, ну, доска очень короткая, как для 8.25, потому что она вот эта вот квадратная лопата. Лучше вот моя любимая форма у бейкера, потом закажу еще, потому что это гораздо лучше, чем вот эти вот формы. Ты забыл кое-что очень важное. Наверное, все сейчас охуели с того, что у тебя траки и колеса. А, такие. Бля, я забыл рассказать, я чувак. Я же сижу и думаю, что, короче, они такие смотрят, чего, ебать, это вообще твой комплит. Короче, я его спиздил. Кстати, не забудь за моих друзей, настоящих профессионалов своего дела, у которых огромный выбор спортивных дисциплин и самые высокие коэффициенты. Ссылка в описании. Короче, я спиздил подвески у Сёмы, у мистера Ноли Биксмена, потому что он улетает, а мне нужны были подвески, потому что, короче, покатал я позавчера, да? На ступенях, на почтовой не снимал, потому что, ну, как бы, зачем? Были мои сандера вместо этих траков. И там, вот этот вот стакан, он сломался, и у меня траки ходили очень сильно в сторону, причем настолько, что у меня от каждого приземления со ступеней трак поворачивало вот так. И я был в ахуе. Поэтому я такой думаю, блин, о чем кататься? Мне Руслан предложил свои траки, я сказал, давай. А потом Сёма такой подходит, говорит, ну, типа, я хочу продать свои траки, вот эти полностью низы, потому что он месяц кататься не хочет. И в итоге я такой говорю, Сёма, давай-ка я у тебя отожму эти индики 149-е, облегченные, кстати, и с колесиками Spitfire, подшипниками Бронсона, которые катят лучше, чем мои, поэтому мои низы остаются сейчас дома. Их надо либо чинить, либо продать, я не знаю, что с ними делать. Ну, в общем, рассказал что-то интересное, теперь ждем друганов и поедем кататься. Кстати, Spitfire это не простые, Spitfire и Lock-ins, это, короче, они асимметричные, то есть, типа, тут одна форма, а тут другая. И за счет этого оно на скольжениях всех очень прикольно из-за того, что, типа, там ничего не мешает. Оно идеально лочится под рейлу или под грань, типа, вот я давно хотел эти колеса попробовать, может быть, я сегодня отожму что-то, поскольжу немного. Но они вообще стыля, понял, типа, ты просто вот прыгаешь, из-за того, что тут как бы плоско, оно так... Так, бац, и все. Ну, надо пробовать. Оно, в принципе, мне я никогда не обращал на это внимания. Напишите в комментариях, кто обращал на это внимание, потому что, ну, я ни разу. Бля, ну не сделал. Ну ладно, держи. Твое. Это подгончик сразу по приветствию. Welcome to International. Что ты, старый? Как дела? Тут типы мои десихи ценят. Кстати, потом вам расскажу про них. Окей, ну стоп, я все ниги развать, бэктейл мне, чувак. Тиаго Ломас. Тиаго Ломас, да. Чувак, там грань, Ломас. Короче, на Макбе. Вот такая, бля. Я посмотрел на нее, свич бэктейл. Видите, у Макса что случилось с досочкой, поэтому я ему свою ту отдал. Наждачок, Артурчику, и тул, все, пусть собирают. Yes, love. Вот вам, ребята, новые трюки. Артур попробовал ноузбанд, я потом после него попробовал и, сука, сделал. Кайф вообще. Бэктейл в барсе, ноузбанд здесь. Спасибо этому человеку за ноузбанд, потому что если бы не он, бля, я бы его не сделал. Что было? Флип, флип, появился, блядь, правда. Я думаю, без комментариев, в принципе, да? Бля. Ну, ситуация так себе. С фронтсайдбланта я, короче, сложил. Я такой, типа, еду, там, запрыгиваю, блядь, она соскальзывает и бац. Да, ну типа... классическая ситуация. Да. Неприятно, конечно. У Артура есть запасная, как бы, я думаю, ему терять нечего. Так что все красиво. Сколько денег потратили, чтобы вот это все сделать? Ну неужели нужно сюда что потратили? Эх вы, киевляне, ну что ж вы делаете? Это все поломается катаемся. Моментально. Мы спортом занимаемся. Будьте киевлянами. Оно железное, как оно поломается. Что? Оно железное.
Какое железо? Ну что, так что это все выломать надо? Какое только... это ломаем? Мы просто пытаемся. Ну что же вы делаете? Все хорошо. Сколько денег потратили, вот, чтобы эти деревья посадить? Чтобы елки палки. Честно. Ну, нам что надо где-то спортом заниматься. Вернулся в Украину, просто, блин, скейтбординг – социальное дно. Все. Сразу все начинают гнать, ну, бабушки, дедушки. В Барсе такого вообще нет, все чисто по кайфу. Все смотрят, всем не нравится то, что портят, типа, ла-ла-ла. Не знаю, чувак, как так можно долго вести дискуссию? Что ты сказал? Это жесть. Дедок с Артуром разговаривал минут 15, он просто, типа, заливал не по теме. Вот и сядут и просто смотрят, наслаждаются скейтбордингом, они привыкли к этому. So don't pay me your time. Back for the track and I've been moving up. I'm a bachelor, but you know I've been getting love. And I'm back, I'm a rap when my life getting tough. I'm a master of craft and I never give it up. I put in time, I earned a shine, I worked it out. I made it mine and fell in line. And I came a long way, not the wrong way. Know that one day I'll be big as Kanye. Да ты шо, старый? Что стало? Стой, 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 стой. Я, блядь, тебе пальцем ебанулся. Блядь, а что это означает, что люди, блядь, сбивают? Ну, сука, пизда. Пальцами? Пятьма. Как это? Пять пальцев, просто так доска села. Чувак, знаешь, когда сбиваешь ноготь? А? А это пять. Доска? Пять. Доска вот так ебанула по всех сходам. Сейчас. Что, чем ёбнулся? Ебать. Так рука ушла. Что? Я не ходил на брусь, я переломал нахуй просто с ключицей. Она вот так ушла. Можешь подивиться на камере. Че, как пизда. Я охуел, когда увидел, что это неизвестно. Он криво вывел. Да не, все нормально, я просто вот так ушел, чувак. Якби я не робив дома растяжку, походу пизда. Ну я как раз когда завязал с растяжкой, руку и сломал. Я секси злой. А ты стоишь. Тут, короче, неожиданная ситуация. Скольжу 50 и трюк не делаю дальше, потому что вижу, что Артур дошку сломал. Пойду посмотрю, что там. Ты затрахал просто, серьезно. Типа он дуплишь, ходит и дуплит. Да похуй, типа. Пан-продюсер, как дела? А, режиссер. Режиссер. Вас отрежиссировать. И оператор одновременно. Режиссировать. Да, снимаем порно-порно. Вот, французские. Порнографические фильмы с Артуром. Кстати, те предыдущие DC-хи, в которых я катал про модель Тифанка, мне вообще не зашли. Я в них отбил ногу, вообще не для гэпов, поэтому я сегодня не гэпаю и катаюсь в своих беленьких DC-шках, новеньких, купил тоже в Барсе. Я теперь жестко вот по DC именно загоняюсь, они очень крутые. Знаешь, как модель называется? Как? Legacy 980. Да, точно. Короче, в них я кайфую. Вы посмотрите на эту подошву. Я им доверяю как никому. Разве что как тем предыдущим белым DC-хам, они мне очень зашли. Сейчас я думаю насчет того, чтобы все время катать DC. Потом буду пробовать что-то новое, потому что, ну, блин, реально у них очень крутые кеды для катания. Прям самое то. Ну и, как говорится, по рэперскому стилю катания. Не Артур уже перекручивает. Не пропачай. Себе досочку новую, будет сейчас кататься. Только сходим за водичкой, потому что пить хочется. Мы уже часа 4 катаем без воды. Это не очень круто. Это прям челлендж какой-то. Кстати, поздравьте меня. У меня наконец-то снова целый телефон. Там же ж типа усила. Ага. Просто стань съесть. Да, стань съесть. Ну, плохит, типа, делал. Ну, блядь, он легче тебя, мне кажется. Легче, блядь, это... Чилиец, блядь, да, километровый. Типа, какой нахуй километровый, чувак, типа, как ты, блядь. Какая еще в два раза уши. Хочется, но в то же время у меня разум. А Кахиту было похуй. Он просто залез, такой, одно стекло, не стекло, блядь, вообще похую. А чувак, стал типа, еще делать. Вот именно, не стрела, ну, а хуёво, блядь, оно неинтересно. Если мягенько, аккуратненько, тейл столчик. Я мягенько тейл столы делаю? Мягенько, да. Мягенько? Нет. Конечно, нет. Ну вот, камень не треснул, а сейчас стекло не треснет.
Стекло делается из песка, камень состоит из песка. А? Камень состоит из песка, по сути. Стекло делается из песка. Да, и рядом разъебан. Друзья, как его разъебали? Я думаю, камнем. Ну ты-то не камень. Прощай, блядь, Руслан. Я похуй тебя достану. Просто first try. А хули нет. Красиво? Красиво. Не ноуз, не просто скатило, а 50 не надо, тут именно по стилю. Кстати, зацените, какой рай у меня дома. Две пары обуви на катку, куча наждаков и куча досок. Правда, эти все досочки не для меня. Сёма же уехал, он катается по Европе без доски, а я вот сижу в Киеве с доской, ну и занимаюсь интернешнл скейтшопом полностью. Поэтому у меня как раз лежит вот это вот все чудо, радость и веселье. Правда, жалко, что среди этого всего нет ни одной досочки 8.25, но ничего, скоро приедут, потому что, блин, хочу 8.25 формы, как у Бейкера, ну именно скейт. В Архаузе же приедут еще. Я, по крайней мере, жду очень сильно. А, и еще вот мои DC-хи же, да? Вот посмотрите, как они стерлись буквально, ну вот, за 2 дня катания. Достаточно сильно, я их шугой залил, и подошва, ну, не самая лучшая, со стелькой нужно стельку менять, или я не знаю что. Потому что все-таки ноги в них очень сильно отбиваются. Лучше купите какие-нибудь другие DC-хи получше, потому что, ну, эти не торт. А если вы хотите какой-то другой бренд, то тоже попробуйте, там, Nike SB, Adidas Skateboarding, либо что-то еще. В общем, пробуйте разное всякое, но, типа, эта модель не варик, потому что реально как Vans Old School. Один в один. Сейчас еще нужно отправить эти колеса, шугу и досочку. Прикольно, конечно. А, еще наконец-то забрать своеобразный штатив со светом. Я заказал, теперь все будет по кайфу. Можно нормально снимать, потому что с GoPro в руках это полный пиздец. Подписываемся на канал, оценим видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока. Quick.